Так, смотрите, друзья, сейчас я вам покажу, как выглядит дорога от гостиницы Босфорус Саргун до пляжа этой гостиницы. Так, друзья, сразу акцентирую ваше внимание на том, что видео резать я не буду и все покажу вам одним кадром. Для того, чтобы у вас было полноценное представление, сколько же времени занимает этот путь к пляжу отеля. Так, переходим вот через дорогу. Дорога неактивная. За все время, когда мы здесь находились в гостинице, особого движения здесь не увидел на дороге. Вот. И дальше мы идем вот в этом направлении на пляж гостиницы Босфорус Саргун. Значит, есть в принципе трасса, а вот слева есть под деревьями пешеходная дорожка. Конечно же, лучше идти по пешеходной дорожке. Безопаснее. Кстати, справа находится конечная остановка автобусов, на которых туристы могут поехать съездить, к примеру, в город Сиде, либо в город Манавгат. Но есть некоторая особенность в том, что расстояние от отеля Босфорус Саргун до города Сиде, либо Манавгат, небольшое, около 7 километров. Но учитывая то, что этот автобус собирает туристов практически со всех отелей, то маршрут его составляет дольше, и по времени это может выходить примерно около получаса. Вдоль дороги на пляж от гостиницы Босфорус Саргун, как вы видите, есть вот такие вот лавочки. Хоть здесь и недалеко, буквально 200-250 метров. Но все равно, если все-таки кто-то устал, то может присесть на лавочку, передохнуть. А вон вы видите, едет такой электрокар, который возит туристов из гостиницы Босфорус Саргун на пляж этой гостиницы. И вот заканчивается парковая зона. Кстати, по продолжительности эта парковая зона занимает 150 метров. И дальше идет уже открытый участок дороги, то есть без деревьев. Еще нужно пройтись примерно около 100 метров. Да, в июле и августе не самый приятный момент этот. Но кому жарко, кому не нравится ходить, кому тяжело ходить, для этого есть трансфер в виде электрокаров, который ходит достаточно часто. И каждый турист, который отдыхает в Босфорусе, может воспользоваться этим трансфером. Естественно, он бесплатный. Так, смотрите, друзья. Ровно 3 минуты составила дорога от гостиницы пешком до пляжа гостиницы Босфорус Саргун. На этом все, друзья. Полный видеообзор отеля Босфорус Саргун смотрите в другом моем видео. Ссылочка будет в описании к этому видео. Пишите ваши комментарии и ваше мнение по поводу этой дороги и отзывы по отелю Босфорус Саргун 5 звезд. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока.